Всех приветствую, меня зовут Архарова Юлия, мне 39 лет, я живу в городе Рязани, я практикующий психотерапевт и регрессолог. Опыт выступления мой начинается с детства, где меня ставили на табуретку, и я выступала перед родственниками и друзьями. Цель курса, несмотря на то, что я не боюсь выступать на камеру и делаю это уверенно, но всегда есть к чему стремиться, развиваться. И я надеюсь, узнаю для себя какие-то новые фишечки, какие-то подробности, как это делать более правильно. Например, совсем недавно я узнала, что когда снимаешь видео на камеру, не очень хорошо, когда человек часто моргает. И тут я стала за собой подмечать, что действительно я часто моргаю в видео. И вот сейчас я работаю над тем, чтобы моргать реже, когда снимаю видео. Зачем мне это нужно? Именно для этого, вот то, что я перечислила, у меня две задачи. Во-первых, понять боль, с которой часто приходят люди для проработки страха публичных выступлений, я им это могу дать. Но когда собирается много людей, объединенных одной проблемой, когда они хотят научиться выступать на камеру качественно и правильно, то здесь ты смотришь на это всеобъемлюще. Что будет результатом? Результатом будет для меня получение новых знаний, новой информации о том, как правильно и более качественно снимать видео, для того, чтобы снятые видео привлекали внимание людей, и как лучше помогать тем клиентам, которые приходят ко мне для проработки страха публичных выступлений и выступлений на камеру. И как я это пойму? Ну, я, безусловно, это пойму по результатам. То есть, если качество моих видео улучшится, значит, курс был пройден не зря. И я буду очень благодарна организатору этого курса и всем проходящим этот курс. Я желаю успеха. Вот, и я надеюсь подружиться со многими, кто будет участвовать в этом курсе. Всем желаю удачи!